Сергей, прости. Сергей. Что ж, мне пришлось из-за обновления игры сменить ник, потому что он какой-то некорректный получился, и мне игра не разрешала заходить с подобными никами больше. Вот тут вот опасно что-то. Хуяком, надеюсь, ты не предатель. А нет, убежал. О! Рядом со мной импостер? Что-то с Кавказа меня заперли. Или с Лёхой. Может быть, это Лёха? Так. Всем здравствуйте, дамы и господа. Обнаружен был труп в виде Владислава Супа. И я хотел бы услышать ребят, которых я не видел вообще. Я видел Тимура. Больше никого, собственно, что-то как бы и не помню. Чё, кто где был? Короче, я могу начать. Я был точно наверху вооруженный. Рядом со мной был сэр 211 и компостер. Я чинил, по крайней мере, данные передавал, в общем, и листья передавал. Вот. Я обратно возвращаюсь, а там, короче, закрыто. Я был рядом с компостером, и выше меня был сэр 211. Там, кстати, ты как раз шел за мной закрылось, а я внизу в административке файлы перекачивал и карточкой почти провел. Там еще со мной кто-то был. Блин, я не брать. Где труп нашли? Труп нашли напротив, блин, как это называется, комната, где воздух чинится. Вот там, вот напротив камер. Там я обнаружил труп, когда, собственно, вышел с камер к заданию. Вопрос. Вот. Я думаю, это не Сергей и не Лёха, потому что они были заперты со мной в одной комнате. Но вопрос. Со мной был компустер и сэр. Да, Вован, что такое? Слева, если... Да, и где нужно чинить электричество, если идти направо, мне заблочили вход, и потом, когда разблочился вход, я встретил Кавказа. И вот вопрос, там, где убили, вот, где, если спускаться снизу или справа, это недалеко оттуда или далеко? Не, вообще, нет, справа, это далеко очень. Это очень далеко, скорее всего, это не в Кавказ, значит. Ну, или он давно был сделан. Можно скипать, наверное, потому что тут ничего не понятно. И предположений никаких нет? У меня вообще... Ну, типа, давайте мы этом исключили. Предположение только на тебя, Леша. Класс. Ты ни хуй особо не сказал, только, блядь, бёл. Все. Ну, так я сказал, что как я туда попал. Так ты сказал, что ты просто меня встретил, а больше никого не видел, все. Ну да, ну что так и ну, есть, это типа... такое. Саморепорт ты любишь, Алексей. Да, мутимся, ребят. Звучит вполне справедливо. Да кто же дверь постоянно закрывает, я уже устал. Кто-то за мной следит, что ли? Вован убежал. Он меня подозревает, я думаю. Здрасте. Игра. Илюха, привет. Ты мой личный эскорт, типа, да? Ну давай, смотри, как я хожу. Хотя... Как-то странно бегает Илюх. Задание не выполняет. Блин, Илюха, не дергай переключатели. А, это не ты был? В смысле, что за фигня? И? Ребята. Алло? Че, пацаны? Алло? Пацаны? Ну, рассказывайте, что хуйня. Мне как? Мало, что такое? Потому что... Чего? Сергей! Ну, и почему? Сергей и хуяком, рассказывайте, что за хуйня? Короче, я видел, что делает труп в вашей комнате, и вы ничего не делаете? В смысле, я только что починил электричество. В административке погас свет, я бегу чинить свет, и ты рядом с нами щелкаем эти хрени, мы с тобой поднимаемся, и я репорчу сразу, в смысле. А с нами был компостер только что? И кто-то третий только что с нами еще был. Не-не-не, мы подошли на чинить свет, я смотрю, вас двое уже стоит, и я побежал на реактор делать задание. Я считаю, это Леха. Потому что он слишком... Потому что просто. Импульсивно правильно. Какой? Прореагировал, так сказать. Да, который и Лёха. Еще он бежал и резко за ним закрылась дверь, когда я за ним начал бежать. Ну, это, конечно, подозрительно, но я к этому никакого участия не принимал, потому что, блин, даже... Ну, я уже проголосовал за тебя. А я думаю, что это серый. Потому что он как-то странно себя вел, я когда решил... Где ты был, Лёша, скажи, пожалуйста.
Я на этот момент был у камер. У меня только что откатилось лекарство, которое минута, если что, там разливается. У камер? Как да. Ты мог быть у камер, если я проходил у камер? И я чекал, там не было никого. Так я с лекарством пришел? Откуда ты пришел у камер? У тебя не было лекарств. Я был в лекарстве? У тебя не было лекарств. Ой, ну конечно. Что, конечно, Лёша, я заходил сначала в лекарство, сдал там квест, потом пошел на камеры, там никого не было. Ты был в лекарствах на первом уровне. Чё? Ну, на первую, в первую ночь, назовем это так. Так. Я запустил на первую ночь, а во вторую ночь пошел уже сдать ее. А тебя логично. Не было нигде. Так, вот я тебя там не видел, алло. Пять секунд. Короче, секунд. Это Лёша. Ага. Помните, что Кавказ всегда давит? Ага. Кавказ всегда. В смысле, а почему его кикнули? А, потому что... Потому что он трейтер, ебаный. Ну ладно, бывает. Так, оплачиваем покупки. Призраки преследуют меня и закрывают двери постоянно, меня это напрягает. Блин, здесь... Что-то подозрительно как-то. Сейчас опять, наверное, дверь закроется, да? Надеюсь, что нет. Тут очень опасно. Лёха. Интересно, каким образом Лёха-младший выбирает импостера? То есть у него всегда это получается... У меня так никогда не выходило, а он прям как будто чувствует такую... Так, задание выполнил. Лёха прям как будто чувствует энергетику импостерскую. Это дар свыше. Ему нужно идти в юриспруденцию какой-нибудь. Верховный суд, я думаю. Спасибо. О нет, только меня не надо, Кавказ, пожалуйста, Кавказ, это сила, не надо, пожалуйста. Алёха бдит, надеюсь, с ним ничего не случится. Опять кто-то затемнился. Так, Лёха, я знаю, с Кавказом позади, поэтому нужно просто быстрее сюда прийти, и все, я буду жив. Так, Кавказ здесь. Компостер, Лёха. Опять! Компостер снаружи мониторит. Блин, я не знаю, кто это может быть вообще. Пока что у меня Лёха под подозрением. Кавказ бы меня давно уже убил. Ёба, сколько сдохло, пиздец, пару заданий осталось. Ну, короче, мне кажется, это компостер. А мне кажется, это Лёха, потому что нас с тобой закрыло только что в комнате, и Лёха не мог убить, потому что иначе бы его спалили, и он такой дёргался постоянно. Так я дергаюсь! Я с телефона играю, не с компьютера, как вы! Подумайте! Поэтому мы просто когда, помнишь, нас в левой комнате закрыли, мы потом вышли внизу, и он стоял просто один в охране. И ничего особо ну, вот не это делал. Да. А, слушай, Лёха, у тебя я? Все... Нет. Лёха, у тебя все задания сделаны? Я? Да. Кто-то еще не сделал одно задание, как всегда, ебать. Мы не можем выиграть. Илюха... Илюха, нет, в смысле, я... Слышишь? Мол, выходит, что ты не доделываешь одно задание. Да это был один раз по приколу. Ладно тебе, ты хорош. Я думаю... У ХЗ, у меня сделано, у кого не сделано. У меня тоже сделано. Я думаю, Кавказ тоже сделано, потому что он со мной бегает. У меня, да, все сделано. Ну, значит, это либо Лёха, либо Духи. Блин, ну... Кто трейдер, ебать? Короче, мне кажется, это... Хотя, стоп. Ну, слушай, смотри, с компостером просто я много раз пересекался и в одиноких комнатах, блин, Илюха.
Илюх, ты где был весь этот раунд? Да, просто, да, смысла нас закрывать компостеру не было, я думаю. Это было странно достаточно. Может, это байт типа на Лёху был, я хуй знаю. Короче, я думаю, это компостер, я не изменяю свою. О, почему я-то? Не знаю, мне просто так кажется, я тебя вообще не видел. Лёху я хоть как-то видел, а тебя я вообще не видел. Ну хз, с Сергеем мы пересекались, он говорит, что это не я. Сергей, что? Прими, так сказать, правильное решение. Лёха, ты за кого проголосовал? А я проголосовал за компостера. 5 секунд. Блять. Лёх, почему ты проголосовал за компостер? Лёха. Я знаю, что это компостер, я чувствую. Ай, блин, ну все, спалил. Нет, все, я мнению малому доверяю по совокупности предыдущих. Мне кажется, самовольно с ноги будет, он сейчас выиграет, но я проголосую за компостера. Кавказ, ты можешь сейчас нажать кнопку, если что? Так все. А, так все, игра закончилась. Да. В смысле закончилась? Все, да, малый прав был? Да, малый был прав. Лёха, ты до хрена закрыл двери, я не смог нажать свет. Да! Чел, я хотел свет нажать, блин. Прости, пожалуйста. Лёха, ты такой, конечно... Илюха, ты просто... Илюха, у меня слов нету. Меня за что ты меня просто взял? Я не захерачу.